Моя мама часто повторяет: щи должны быть на бульоне из мяса на косточке. У меня есть свой секрет. Магги. Говяжий бульон на косточке. Как вкусно! Твоя мама умеет готовить щи. Магги бульон на косточке. Идеальный мясной бульон. Попробуйте также бульон на косточке в гранулах. Придайте вторым блюдам насыщенный вкус и аромат мяса на косточке.